более тяжелом доспехе хорошо двигаться. Но, конечно же, все идут по мере меньшего сопротивления, стараются как можно меньше на себя железо вешать, каким-то образом облегчаться и так далее. Но здесь сейчас мы видим, как пражского тролля, самого гигантского тролля из всех пражских троллей, пытаются лупцевать сразу двое бойцов. Да ты просто посмотри, его бьют, а ему все равно. Вы знаете, многие говорят, что вес в ВСБ не имеет значения, но когда у нас такой массивный, такой жесткий боец, мы все видим, какие плюсы дает себе вес. Он просто игнорирует, просто убивает. Очень приятно. Ого. А вот это было очень страшно. На все, мои эмоции закончились. Но на битве наций 2018 мы лицезрели бойца из Канады, которого зовут Big Phil. Black Bear у него прозвище. Он огромен. Он был просто нереально огромен. И когда он в один прекрасный момент упал на бойца из Германии, боец из Германии очень долго пытался встать, но не мог. Итак, со счетом 3-0 победу одерживает команда «Пражские тролли».